Всем привет, дамы и господа! Сегодня вы попадаете на новый ролик по проекту CS Case. С вами снова я, Александр. Победители прошлого видеоролика у вас на глазах. А чтобы попасть в мой видеоролик, нужно всего лишь поставить лайк, написать комментарий крутой и по заслуженности контента подписаться на канал. Ну а мы начинаем. Всем приятного просмотра и приятного аппетита. Итак, дамы и господа, мы на сайте CS Case. На балансе у меня 9159 рублей. Нажимаем кнопочку «Пополнить». Вводим промокод, который называется «Бог 2». Он дает вам 50% к пополнению. 50. То есть, образно, берете 1000 рублей, получается 1580. Но как же так 50%, спросите вы? 80 рублей докидывает сайт за то, что вы пришли и пополнились на данном проекте. Это очень и очень хорошо, как мне кажется. Есть очень много платежных систем. Банки, Kiwi, WebMoney, Банк Индонезии присутствует, U-Money, Bitcoin, Bitcoin Cash. Очень много. Litecoin даже присутствует. Все, что вашей душе угодно. То есть даже если вы гражданин другой страны, вы сможете пополниться на данном сайте. Работать, которая позволяет вам активно таки получать пассивный доход с данного сайта. Создаете свой личный промокод. Также присваивается к нему своя ссылка. Зовете друзей. Друг ваш пополняется на данном сайте. Вы с каждого пополнения друга получаете энное количество денежных средств. И все. Потом можете спокойно либо заказать вывод на карту, либо же на электронный кошелек, либо просто вывести на баланс данного сайта и поиграть. Взять какой-нибудь скинчик себе в инвентарь. Здесь довольно-таки простая трехуровневая система в зависимости от пополнений. То есть от нуля пополнений вы... Как получаете 15% от депозита вашего друга. Если он закинул больше 2000, вы уже 17 получаете. Если суммарно у него депозит больше 20 000, вы уже 20% получаете от депозита. Все довольно-таки просто. Ну а мы начинаем. 9000 рублей. Я хочу, не хочу, так скажем, размениваться на мелочи. Мы идем вот в этот вот кейс, на живой. Вы не представляете, что было в прошлом видеоролике. Это был просто крик души мой. Очень и очень мне в прошлом ролике выдавал вот этот вот кейсик. Этот кейс теперь мой самый любимый из всех. Дай, пожалуйста, мы не будем ссориться. Так, сыворотки. Так, либо бахи, либо сыворотки. Ага, 6000. Хорошо, в принципе, мы даже в плюс ушли, дамы и господа, с этого кейса. Давай-ка еще. Давай, ну давай, пожалуйста. Стой! Так, ножик уже есть, это хорошо. Снежный вихрь сколько стоит? 9, да, получается у нас. Так, ну, его я продаю. Так, давайте все продадим, хорошо. 10000 рублей. Мы в плюсе. 3 раза открываем. Ну давай, давай, на живой. Я понимаю, что я уже как бы достал тебя. Ну отдай что-нибудь еще хорошее, прошу. Умоляю. Так, великий демон! Стоять! Понятно, это мы продаем, а это мы оставляем на контракт. Открываем еще раз. Сейчас после этого открытия, что не выпадет, мы пойдем в другой кейсик. Пожалуйста. Пожалуйста, ну я тебя очень прошу. Так, бах. Интересно, какого ты качества? 18000 рублей! Дорогие друзья, можно считать ролик, можно заканчивать. X2 к депозиту. Но он только начался, так что мы продолжаем. Переходим от ножевого к биткоину. Как вы могли заметить из предыдущих видеороликов, я, так скажем, то и дело прыгаю на эти кейсы. 7000 рублей! Отлично, просто отлично. Так, что у нас тут? Это... Это... И вот это! Рискнем! 7500 рублей контракт! Давай! Минус 5000. Открываем биткоин. Давай, давай, биткоин. Ну давай. Ну, это я продавать не буду, это просто 100%. X2 депозит... Так, пожалуйста. Топливный. 300 рублей. Понятно. Я все понял. Так, лучший кейс. Но мы не отчаиваемся. Хочу напомнить, что у нас сейчас лежит нетронутым 20000 рублей практически. Так что все хорошо. Так, большая пушка. Я надеюсь, ты дороговато будешь стоить. 1600, хорошо. Я не оставляю надежды на вот этот вот кейс. Давай, давай, биткоин. Я немного прошу, я всего лишь прошу окупиться. И все на этом. И на этом все. Ну давай, родной. Да пошел я нафиг, да? 900. Хорошо, ладно.
Я понял. Училка, 4 раза. Давай, 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 пожалуйста. Ну давай, пожалуйста, давай, давай, давай. Окупи. 1280. Открываем еще раз, вот так вот, быстро. 303. Угу. 1700. Кейдроп. 4 раза. Давай, 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 пожалуйста, кейдроп. Я тебя очень прошу, давай. Сделай хорошо, сделай хорошо. Вот! Это другой разговор. Пойдем сюда, да. Раза 3. Мы все-таки на канале Бога находимся. Как говорится, Бог любит троицу. Мы открываем кейсики по 3 раза. Практически все. Так, 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 так. Что у нас? Защитник, тигр, сайрекс. 1700. Быстро. Вот. Это уже хорошо. Вот так вот. Давай, ну биткоин. Давай, биткоин, давай. Я очень тебя прошу. Окупи мне, пожалуйста. Облом, говорит мне биткоин. Спираль, это уже хорошо. 10 тысяч! 10 тысяч, друзья. Так, контракты. 27 тысяч практически. Но я, возможно, сделаю сейчас глупость. Но я продаю спираль. Я все-таки продам спираль. 11 тысяч рублей. 11. Мы идем в этот вот кейс. Открываем его 3 раза. Я даже закрою глаза на это. 9 тысяч рублей, дамы и господа. Это заслуживает определенно вашего лайка и комментария. Пожалуйста. 6200 по итогу. Я, кстати, действительно был закрытыми глазами, поэтому молчал. Открываем еще 2 раза. Пожалуйста, на живой кейс. Напоследок отдай. Отдай напоследок. Я уйду. Я понимаю. Все. Стой! 8 тысяч рублей. Так, этот великий демон я оставляю. Продаю скоростной зверь. И мы делаем грязь снова. Кейсов 10, наверное, я на живого уже открыл за сегодня. Так, скоростной зверь, давай ты будешь хорошего качества. На живой кейс, друзья. Я даже знаю, как назову этот ролик. На живой кейс. Охота продолжается. Снежный вихрь. 4408 рублей. Последний раз, друзья. Последний раз мы открываем данный кейс. Давай, давай, пожалуйста. Стой! А это я, называется, за свою жадность поплатился. Не надо было этого делать. Ну, как говорится, вот так вот мы идем в биткоин. Да, делаем вот так. Посмотрим, что же нам выпадет с биткоина. Стой, топливный! Инжектор! 900 рублей. Открываем еще раз. Давай. Давай, пожалуйста. Сейчас что выпадет, если этот окупает кейс биткоина? Ножи! 200. Открываем еще раз. Хорошо, биткоин. Дай, пожалуйста, еще на 300 рублей окуп, пожалуйста. 1580. Мы? Хорошо. Мы идем в училку. Открываем ее 4 раза. Очень надеюсь, что она нам сейчас поможет. Пожалуйста, ну пожалуйста, я очень тебя прошу. Хрусталь, неоновый тигр. 1500 у нас на балансе 2. Открываем быстро. 1300. 2500 биткоин. Давай, ну пожалуйста. Пожалуйста, давай. Апгрейд. Берем градиент, берем бизон и пробуем апгрейд. Есть. Берем бизон, берем маг 10 и апгрейд тоже. Стой! Не повезло. Хорошо. Magic case. 3 раза. Продавать я не буду. Дамы и господа, не надейтесь на это. Magic, пожалуйста. Отправляем в контракт. Создаем. 7%. Друзья, я понимаю, что это практически невозможно. Но я думаю, что закончить видеоролик на таком эпическом моменте просто нужно. Апгрейд. Чуть-чуть не повезло. Ну, дамы и господа, мы практически вынесли на живой кейс. Спасибо всем за просмотр. Ставим лайки, комментируем. Всем пока-пока.